Ну что, в очередной раз я, в очередной раз наш мощный гигачат-художник скрипит стеклами. В очередной раз продолжаем. Ну давай. Что у нас тут? Ага, сразу с места в лужу. Ну окей. Да чё вы сразу жестите-то, ёлки? Я сейчас передумаю, перезагружусь и останусь там жить. А не обращай на неё внимания. Я готов к нему прислушаться. Не слушаем ее, проходим мимо. Оп-оп-оп-оп-оп. Типа прогрузка локации или что? Я прошел слишком стремительно. Блин, так и хочется туда зайти. Я передумал, не хочется. Я лучше поберегу нервы. А, безумец? Вы не представляете, но я заметил, что он безумец. Пьяница. За что? Культурно выпиваем. Эгоист. Мишка плюшевый. Плюшевый мишка. Привет. На самом деле хочется закончить игру побыстрее. И начать писать что-нибудь другое, потому что... Угу. Потому что, насколько бы шикарной ни была игра, а она реально шикарна. Сука, моих нерв не хватит на эту игру. Я каждый раз сажусь ее писать с огромным нежеланием этого делать. Не знаю, до этого момента игра только нагнетала. Я боюсь, если она продолжит этим заниматься, то... Я закончусь. Но... Конь на Г2, а там как-нибудь. А... Я же могу повернуть, да? И не могу вернуться обратно. Блять. Ну там очевидный скример. Если она сейчас не выскочит на всех оборотах и не прибежит ко мне. О чем я вообще говорил? А, да. Они оставляют такие очевидные скримеры. А с надеждой на что? На то, что я совсем шисы пойду пугаться сознательно? Как скример это уже будет не... Чё ты корчишь рожу у меня за спиной? Я все вижу. Я, блядь! Все, сука, вижу. Вот это был не совсем очевидный скример, и булки сжались. Идти на очевидный скример, где огромная дверь черная, и оттуда плачет какая-то баба, ну, я думаю, каждый будет готов к тому, что она выскочит и сожрет меня. По-моему, я здесь уже был. This is ground control to me. Ну, обратно? Нет. Ох ты же, елки. Красивая люстра. Я бы такую у себя дома повесил. И ёбнулся. Да-да. Это сейчас должен был быть какой-то диалог, или... Или так и должно быть, что она обрывается на полуслове. О, здорово. Что с лицом, Джотаро? Ну, сидит. Что дальше? А, вас начинает колбасить. Ну пока это затянутый скример. Пока страшно, да. Не, басрада еще сейчас побежал. Попугался. Но они не могут нанести мне урона, я так понимаю, никакого. Пугалка так себе, так что... Уж извините, как-то без визжания в этот раз. Куда больше, чем какой угодно скример. Куда? Блять, ладно. Чё-то там нехорошее нарисовано. Закольцованный коридор. Ну а что будет, если я... Если я всё-таки эту херню догоню? Стой, блять, поймаю, хуже будет.
Карусель, 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 карусель. Чё, мать, как голова? Набегалась, сука. Я сейчас во имя мести могу ходить туда-обратно, пока она не разъебет себе голову. Это было случайно. И это было случайно. Все, хрен с вами, я просто иду вперед. Иди в жопу. Тупая жопа. Я правильно иду? Там, по-моему, был еще какой-то путь. Окей. Это для достаточно упорных или для недостаточно умных? Но я могу этим бесконечно заниматься. Записать часовую версию, переклепать ее в 10-часовую и на фоне этой херни делать подкасты какие-нибудь. Блять, заебало уже, ладно, я пойду обратно. Что-то там нехорошее происходит. Привет. Что это, блять, вообще такое? Кого там так дудосит? Отпусти, отпусти меня, игра. Ну давай. Пугай меня, сука. Давай, давай, блядь. Ну и чё? Охуеть, испугало. Я же не умер, надеюсь. Да вроде нет. Да вроде мне туда не надо. Я так и не понял, так и предполагалось, что я получу этот безумный трип, и походу нет. А сюда я заходить просто не хочу. А кто меня спрашивает? Конечно. Какая шикарная музыка. Смотрящая в душу собака. И какая-то херня на фоне. Зачем он, блядь, крутится вместе с этой... с этой игрушкой? Ой, блядь. Ой, блядь, там кто-то башкой в стену стучится. Окей. А как отойти от этой хуйни? Никак, да? Реально башкой об стену. Отпустила, ура. Фьюх. Это было близко. Ну нахер, полдела сделано. Да и вряд ли у меня есть путь назад. Вообще мимо текста, но я тебя понял. Блять! Закрой нахуй эту дверь. Сука. Хорошо, что жопа закалена этим чертовым скримером из прошлой серии. О, так быстро. Моя-то радость. Прошлая серия вообще, блядь, чуть наполовину не остановился. Все быстренько прошли. Кайф. А, исчезла. А, понял. Уходи. Сама уходи. Ты единственное место, которое не рвет мне жопу. Так, что у нас будет в этот раз? Ох ты ж, еб твою мать, это его жена, что ли? Я надеюсь, это не то, что осталось от нее после пожара. Ибо с таким куском мяса я бы в одном доме жить не хотел. Так, ладно. Посмотрим, что там по хронометражу. Если достаточно, то, в принципе, ничего могу сказать. В этот раз было не так жутко, как в прошлый, но тоже неплохо.